В эфире новости анимации в студии Алиса Васильева. Китайцы впервые увидели Тоторо, и он тут же стал хитом. Спустя 30 лет после выхода шедевра Миядзаки, китайские власти разрешили показать аниме в кинотеатрах. Чтобы вы понимали, в год в Китае могут показать только 34 зарубежных фильма. По итогам проката Тоторо занял 2-е место. Так что, если у вас есть друзья-китайцы, покажите им как-нибудь Тоторо на 2x2. Время фантастических снов от Adult Swim. Телеканал выложил расширенный трейлер 2-го сезона «Корпорации снов» от продюсера Джона Красински. Этот комедийный сериал о фирме, где лечат психику, проникая в сновидения пациентов. Заведует всем полусумасшедший профессор. В общем, если ваши сновидения слишком скучные, то вам в «Корпорацию снов». Не переключайтесь, это ловушка. Всю оставшуюся зиму 2x2 будет напоминать зрителям, что просмотр всех остальных телеканалов – прямой путь к рабству и промывке мозгов. Новое оформление 2x2 показывает все опасности, которые ждут зрителя на других кнопках, зомбирующие ведущие и атаки на психику. Берегите свой мозг, оставайтесь с нами и не переключайтесь 2x2. С вами были новости анимации.